Всем привет, с вами Виктор Новиков, и в этом видео я расскажу, как можно зарегистрировать Kairos Mail. Для этого заходим в свой кабинет Kairos на вкладку Products и выбираем IT Products. Далее мы видим 4 продукта Kairos. Нас интересует Kairos Mail. Нажимаем Try и выбираем себе логин. После этого вам на почту придет письмо, где будут ваш логин и пароль. Переходим на сайт mail.kairos-soft.com и вводим присланный нам логин и пароль. И мы попадаем в почтовый сервис Kairos Technologies. На этом все. Если будут вопросы, задавайте. В описании есть мой номер Skype и ссылки для регистрации.